теми тактиками, которые есть, и вот отточенными тактиками команда, в принципе, играет очень-очень здорово. Ну, во всяком случае, в данный момент у Na'Vi снова ВП от Simple, калаш у Flame и три пистолета. Очень хороший бай от команды Mousesports. Na'Vi решили сыграть четвером на точке Б и оставили одного Зевса с пистолетом 5-7 в направлении Upland. А мышки снова пытаются быстро выйти. Робс откидывает смок Олафа и старается вычислить Plant. Simple. Какое решение с ВП пушит сейчас дропу. Классно. Классная тема. Он находит ножечку стика. И вот теперь он заходит в спину. Оскар должен контролить этот момент. Он выходит, а него не попадает из ВП. Боже мой! Все-таки Simple оказался здесь сильнее в рандомной стрельбе. Без скопов. Крис Джей пытается по-быстрому поставить бомбу, но походу ему этого не дадут сделать. Робс выносит Сизда. Ну и вот оно решение. Вот оно, наконец-то, волевое решение поджима от Na'Vi. Оно работает. Если ты поставишь на острие атаки Simple, то все будет в порядке. И это реально так и есть. Simple трипл килл в этом раунде. У Na'Vi ведь все есть с точки зрения до Simple.